Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Террарию, версия 1.3 на режиме Hard Mode. У меня здесь на заднем фоне идет стройка полным ходом. И что я успел сделать между сериями? Давайте пойдем пока к платформе, где я буду бой вести. А бой вести мы будем с глазом Ктулху. Между сериями я успел вырыть метеориты, как видите на мне, метеоридная броня. Также Ктулху уже один раз убил, но в том нет моей вины, то есть он сам на меня напал. Пришло сообщение, потом он прилетел. Чтобы вырыть метеорит, мне понадобился обсидиановый череп. Делается довольно просто из обсидиана, то есть лаву с водой смешиваем, получаем обсидиан. Вот там достаточно мало надо. Генератор обсидиановый я, наверное, буду делать, но позже. Потому что он понадобится для адской брони. Ну и давайте, наверное, бафнемся. Так, всем бафнулись. Такие вот у меня предметы. И давайте начнем борьбу. Так, хорошо и весело. По идее, он не особо тяжелый. Не знаю, чего тут экспертно сложного. Так, но я в него не попадаю. Отлично. В прошлый раз я его довольно просто победил. Не знаю, как сейчас пойдет дело. Может и какой-нибудь казус произойти, конечно. Оп. Давайте его попытаемся обхитрить. Сейчас он перейдет во вторую фазу. Да, вторую знакомую нам фазу. И потом у него есть третья, довольно неприятная. Где вот он начинает действительно себя совсем нехорошо вести. Вот так вот. Это совсем не круто. Так, иди-ка лесом, парень. Опа. Так, где он? Вот он. Давайте, оп. Здесь, по идее, лучший вариант двигаться все-таки. Плюс у меня щит есть. Но что-то этот щит мне особо понту не дает. Ну, в принципе, прекрасно справляемся. Осталось чуток. Я думаю, мы пару глаз успеем точно завалить. Давайте вон на платформе, наверное, уничтожим. Так, иди сюда. Гавр. А, отлично. Не особо он сложный на самом деле, но во всяком случае в метеоритной броне. Повторюсь еще раз. Плюс у меня пушка метеоритная. Метеоритная броня дает нам возможность без затрат маны использовать метеоритную пушку. Она у меня в хорошей модификации достаточно. Годли, божественная, да, получается. Повезло мне с первого раза такую сделать. И, кстати, да, еще была атака пиратов. Я ее, к сожалению, не заснял. У меня еще есть вот такой вот гарпун. Достаточно прикольный. Ну, давайте пока что еще разок убьем Ктулху. Так, вот у нас экспертный мешочек. Что там еще выпало? Больше ничего. У нас же все из мешочка. Ну, хорошо. Так, я молодец. Оп, включаем. Так, глаза Ктулху на месте. Давайте еще раза два убьем глаз Ктулху этот, раз он такой ни о чем. Вроде бы как бы эксперт, но все же. Что-то он вообще вялый вот на этой стадии. Моя пушечка, конечно, его неплохо так дамажит. А, мелочь пошла. Мелочь дамажит. Так, костры. Так, ускорились. Пошло основное веселье. Криты по нему видели? Вообще замечательные просто идут криты. Так, криты меня радуют. Оу, оу. Вот здесь можно, конечно, нахватать, но я хочу добить его просто. Давайте похилимся на всякий. Так, иди сюда, упырь.
блина. А, отлично. Добил таки. Ну и давайте. Так, у нас уже два бешочка. Давайте еще разок призовем. Где? Стой тут. Так, стой, далеко не уходи. Вот как-то так. Ну ладно, побежали. Так, зомбики. Зомбики, умереть. Может быть, я и четвертый раз успею. Я б не отказался от... как его? Господи. Ну, выпадает, в общем, на стену повешать. Кто-то там у нас трофей. Вот. А трофея бы... А, во-во. Я не отказался. Если он выпадет из него... Мне обычно на трофей не очень везет. Единственное, что из слайма с первого же, по-моему, трофей выпал. Ну, короля слайма. Имеется в виду. Но это редкое исключение из правила. Так, он себя довольно стрёмно ведет. Так, окей. О, на 60 крит пришел. Неплохо. Так, ты умрешь? Нет уже? Отлично. Ну, я, наверное, успею еще разок. Иди сюда. Ну, первая фаза вообще просто на изи. Ну, здесь я, соответственно, немножечко дорогу тоже проложил, чтобы мне было удачно бежать. Единственное, вот про эту улыбу забыл. Поэтому на ней стопорюсь. Так, рассветает. Походу не успеем в последний раз. Может, успеем, если поторопимся. Так, давай. Умирай. Стоять, гад. У меня еще есть песочная пушка, я сделал. Потом расскажу попозже про нее. Довольно интересная штука. Хотя странная. Так, тут я пока лучше из этого убью его. Если смогу. Так, иди сюда. Оп. Отлично. Так, осталось чуток. Его это дурацкая атака. Отлично. О, трофей. Наконец-то. Ну и 4 мешочка. А песочная пушка, вот она, делается из нелегальных частей оружия. Вот она. Тут у меня такой себе ролл. Или реролл. Ну, короче, плюс 12 спид. И минус в чем? Когда он стреляет, он еще песок оставляет. Это не очень то, что бы хотелось. Я думал, она как-то поинтереснее будет. А вот так вот песок мне плодить, это не то, что бы хотелось. Вот совсем. Так, давайте этих гадких зомби завалим уже. Снесем это. Маленьких этих гадов завалим. Тут у меня ты висел, да? Фу, смотрим, что у нас тут. А, бинокль. Интересно. Ну, щит это понятно, это только на эксперте выпадает эта шмотка. Еще один щит. Вообще ничего интересного. Щит еще. И еще один бинокуляр. А бинокуляр куда вообще девается? Чё-то. Может, куда-нибудь сюда? Ну, нет так нет. Так, куча щитов. Давайте посмотрим, что у нас на щитах. У меня щит тут... А, дефенс. Дефенс хорошо.
2 дэмэдж. Нет. Меня, в принципе, дефенс мой вполне себе устраивает. И давайте теперь скинем бутылки. В принципе, ну, можно назвать этого босса уже полноценным первым боссом. И какого-то особого впечатления не произвел. Я еще пока не построил место, где я буду вешать свои трофеи. Трофеи я хочу выбить абсолютно все. Само собой. Я думаю, мы это сделаем так или иначе. Кучу бутылочек, которые надо превратить в более крутые бутылочки Crimson Seed. Так, семена Кримсона. Так, это мы уже убираем. Давайте вайтем и бинокуляр. Потом почитаю, что он вообще делает. И мы должны сейчас, знаете, что сделать? Скорее всего, либо острова воздушные поискать, либо из воды повыдергивать из сундуков какие-то вещи прикольные. В принципе, заняться есть чем. Я думаю, наверное, сначала из воды разведаем, там не до конца у нас разведывано. Пушка песочная, блин, вот так-то прикольная, конечно, идея, но все же не то, что хотелось бы. Так, давайте сначала продадим лишние щиты, зачем они нам. Они стоят что-то совсем недорого. Ну, тем более. О, это 3 голды стоит, это уже как-то поинтереснее продавать. Плюс у меня платина еще не насобиралась. Track Travel Merchant. Торговец. Понятно. Странствующий. Так, что ты можешь предложить? Саке. Катану. 17 мили дэмэдж. Это, конечно, неплохо, но 19 крит. Но это такое, не собираюсь этим делать. Так, часики, часики, 5 голды. Ох ты, нифига у меня голды сколько. Давайте купим. Display name of round. Так, что-то тоже какие-то там, что-то покажет нам. Так, давайте вот эту всю фигню купим у него. Я даже не знаю, зачем это мне. Кучу денег потратил. Но пусть будет. Так, саке всякое у тебя брать не буду, но у тебя вдруг паленое. Знаем у вас странствующих торговцев. Так, мне неплохо так денег, я уже подфармилась. И да, как видите, у меня тут грядки вот эти мои поразрослись. Здесь у меня воднолисты растут, здесь луносветы. Ох ты ж, еще не все семена. Здесь вот эти светящиеся, не помню как их. Здесь я посадил парочку лидошипов. Но если что, я еще тут чуток расширюсь или там еще что-то сделаю. Это будет. Так, семена посадим. Куда ушел? Ну, куда-то уперся. Здесь я еще достраиваю. Я тут буду расширяться, всякое разное делать еще в перспективе. Но это позже. Так, это же все материал. Это, наверное, между собой как-то да объединяется. Да, почти что. Металл-детектор. Так, радар. Ага, хорошо. Ты в чё у нас объединяешься? Ух ты ж. Так, интересно. А как вы работаете? Ага. Ага, пока они у меня там лежат, они мне чего-то тут всякие циферки показывают. Хорошо. Давайте пока выложим. Сюда, банальным образом. Металл-детектор. Ну, это не особо нужно, я уже зелье в спеланкера наделал. Дофига. Так, эти мы пока вещи отложим. Так, сколько у меня, кстати, спеланки Potion? 11 штук есть. Делаются они довольно просто. Нужна у нас, получается, Blink Root. Потом Moon Glow. Банка с водой.
и руда. В моем случае платина, либо же золото. Делается деле. Спеланки Поушен, в общем, вот этот вот. Ну и пойдемте. Вот это у нас объединится потом в дальнейшем в какие-то крутые артефакты. Но это в дальнейшем. Пока что мы, наверное, поскачем. Поскачем открывать то, чего мы там не открыли. Так, пока просто беги. А там уже потихонечку разберемся. И тогда в следующей серии полетим на острова. Ау, так, крюк. Я лучше, наверное, лазером буду действовать. В моем случае, наверное, более успешно. А, ну да, кстати, что щит-то делает? Щит мне тут дефенса дает, само понятно. Но еще можно вот так делать. Оп, и вперед. Так вот. Так, стой. Оп-оп. И он так толкает и наносит урон. Я бы не сказал, что это прям дико полезно. Я дистанционно урон больше наношу. Чтобы вот так вот лезть на рожон. Дабы какой-то там... урон нанести. Довольно сомнительно. Так, давайте тут прыжками. Оп. Проще на слаймике будет пропрыгать. Оп. Так, стоять. Эй. Застрял. Ладно, бывает. Слишком резвый слайм. Бывает и такое. Погнали отсюда. Оп. О, так, летучая гадость. Умирать. Здесь мы тоже быстренько проберемся. Оп. Кстати, я пирамиду не находил. В этот раз в песках. Походу, она у меня не заспавнилась. Так, джунгли. Нам надо еще королеву пчел убить. Еще, думаю, вот этим мы займемся со временем. Но это надо еще в джунглях более основательно покопаться, чтобы вообще найти что-то. До этого дело дойдет так или иначе. Но чуток попозже. Так, стоять. Так, всякую лобудню. Воу-воу. Так, меня долбанный слайм чуть не умудохал. Жесть. Хорошо, больше ничего. Зашли, во всяком случае, посмотрели. Давайте двойной прыжок. Опа! То есть это и на маунта работает, отлично. А там сундук. Умри. Что у нас? А, вот радар. Животных будет подсвечивать, да? А, не подсвечивать, он говорит, сколько рядом. Такое себе. Так, давайте свинца соберем. Я, во всяком случае, его буду использовать как декоративное нечто. По той простой причине, что из него там двери делаются прикольные, металлические. Еще что-то. Вот мы это и будем использовать. Так, вот это всякое тоже собираем. Тут джунгли вот сколько много, да? Значит, здесь надо будет где-то тоже зарыться в джунгли, само собой, да? И произвести нормальную такую разведку. Да идите лесом. Слаймы падают с небес, ему японский бог. Чё за слаймипад? Жесть какая. Падающие с небес слаймы. Кстати, здесь мы можем порыбачить вполне. Только теперь это не особо, наверное. Когда тут слаймы с небес валятся. Да ладно. Смотрите, сколько. Так, ладно.
Забыли про рыбалку? О, тут багрянец. Слаймы валятся и валятся. Так, он спикировал. Сумасшедший слайм. Здесь какая-то пещера. Ау. Так, иди прочь. Сколько у меня там денег? Денег у меня мало, в принципе. О, еще метеорит. Но у меня уже метеоритной этой руды, хоть не знаю куда девай, полным-полно. Так, 200 слаймов. И за это мне чего-то там дали. Так, поплыли, оп. Да, почти что конец карты. Какая-то лыва зачем-то. Грибы это все соберем. О, там какой-то зелится. Так, гады, не трогать меня, не трогать. Давайте гарпуном. Нафиг вас затыкаю. Гарпун, что хорошо, можно нажать и держать. Единственное, что он возвращается назад, когда в кого-то втыкается, то есть дамажит непосредственно. Если не дамажит, то все плохо. Давайте щитом попробуем. Оп. Опа. 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 Так, буду щитом вас убивать нафиг. Вот гады. Чё за слаймипад-то, господи, когда вы закончитесь? Только мешаетесь, а? Честно слово. Его нафиг щитом посношу. По-моему, быстрее всего. Не хватает мне нервов уже ждать. Да гад, иди сюда. Смотрите, он еще там пачку привел. Да, недостатка слаймов в этой игре явно нет. Теперь... А, 100 грин слаймы. Ах вы гадские. Они меня особо не дамажат. Ломаем дерево. Получи, получи. Все, достали, а. Дайте уже пройти. Что-то не переведутся они. Так, попрыгун. Попрыгали отсюда нафиг. Достали вы. Вот честное слово. Что-то падают и падают. Конца и края им не видно. Это что за пещера? Какая-то пещера явно. Так, давайте искать сундучки. Что-то пока что я не вижу нифига. Что плохо, блин. А вижу. Только в этом сундуке нифига хорошего. Так, всплываем. Успею ли всплыть? А вот в чем вопрос. И надо ли мне это? Надо, походу, да? О, еще и кровавая луна, отлично. Сейчас от часу не легче. Так, нафиг. Закрыть. Кровавая луна. Как с ней бороться? Как-то можно. Давайте двери нафиг закроем. Пускай ломятся, ну их нафиг. Так, что это за палка? Ну, дольше под водой могу находиться, понятно все.
Там вон цветочки цветут мои всякие. О, пришла дриадка, блин, только заметил. Хорошо, давайте посмотрим, что у нее есть. Так, это мы все уберем. Вот эти полезные айтемы сюда. Так, а куда я складывал? Вот сюда, я не знаю даже. Так, ты, нужна ли ты вообще мне? Нужна, наверное, пока что. Сюда. Так, это мы повешаем куда-то очень красиво. Железная руда. Ну, бутылки, все прочее, понятно. Давайте посмотрим, что нам дриада может предложить. Чего у тебя интересного? Так. А, что это такое? Бокс-бокс. И? Чё, что я его сюда воткнул? Чё мне это даёт? Хм. Фиг знает бокс, какая-то коробка с... Под семена, что ли? Интересно, ладно, разберемся. Кровавая луна в разгарчике у нас пока что. Ладно, во время кровавой луны у нас кто-то что-то еще прикольно продает. Так, ты у нас... Тоже новичок, что ли? Что-то я тебя тут раньше не видел. Подрывника? Нет, подрывника видел. Вот у него ночью продаются вот эти вот... часть нелегальное оружие. Мне надо миниакулу купить, по всей видимости. А ну, деньги там. Хорошо. Что-то я не хочу в кровавую луну высовываться. Толку с этого не так, чтоб много будет, наверное. Давайте тогда на этом и закончим. В следующей серии полетим открывать острова. У меня Gravity Potion'ы были сколько-то. Давайте сразу взглянем. Были, нет? 4. 4, думаю, достаточно. Хорошо, тогда на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.